Итак, друзья, всем привет. Это вот очередная распаковка посылок с сайта AliExpress. Сегодня ко мне приехала ELM-ка. Вот, ну, как раз вот был случай, ехал в Новосиб, получается. Ко мне эта ELM-ка уже почти доехала и выпал чек. Вот как раз для таких случаев и нужна вот эта штука. Она как раз проверяет все эти чеки, да, все эти ошибки. Можно просканировать, понять, в чем проблема, чтобы сократить время, да, на поиске. Доехала, получается, ко мне за 20 дней эта посылка. И надеюсь, что это будет версия 1.5, потому что эта версия намного бодрее, то есть там идет поддержка большего количества автомобилей. Вот. Сейчас будем, короче, подключать, проверять. У меня уже программы все установлены, все необходимые. Далее я покажу, какие нужно будет установить. Тут, в принципе, ничего интересного, тут все как обычно. Вот, получается, у нас такая ELM-очка с диском. У нас тут, так, тут, наверное, ну, ножик не будем доставать далеко сильно. Так, короче, тут диск, в принципе, диск. Нахрен диск вообще нужен? Да, это сильный диск, нифига себе. Ну вот, короче, нам вот интересует вот эта штучка. Вот. В принципе, так вот, конечно же, все с ней нормально. С виду. Видим контакты, да, вроде как все на месте. Они у нас прямые. Ничего не искривлено. Вот у нас тут имеется такая кнопка для включения. И вот тут значок Bluetooth, как раз вот связь по Bluetooth у нас. Давайте сейчас подключим разъем. Посмотрим, как он будет. Да, он у нас загорелся, получается. Красивенькая кнопочка. Сейчас вот запустим двиг. Да, лучше, короче, завести двиг, получается, чтобы у нас все это подключилось. Вот, короче, программы. Тут скачал ELM, вот 327. Endotifier, как бы, да, получается. Ну, короче, поняли. И вот Car Scanner. Вот, короче, нажимаем. Это как раз будет сейчас проверочка на то, чтобы у нас было все соответствующее этой 1.5 версии, получается. Так, сейчас мы, короче, определим его. Так, давайте еще настройки. Просто до этого подключали другой ОБД. И, может быть, он другой будет определять сейчас. Так, ну что тогда, если он, допустим, тот определился, да, то можно будет сейчас нажать соединиться, да, выбрать Bluetooth, ОБД-шку 2. И сейчас посмотрим. Получается, тут либо это, да, либо тот опять водить. Так, ну давайте вот 1, 2, 3, 4. Ну, вроде как, получается, по текущей, то есть ОБДшке, да, 1.5 версия, потому что предыдущая была тоже 1.5 версия, вот. Но мы сейчас как бы заново перезагрузили. Она заново просканировала и нашла именно эту ОБД. Получается, вроде как, 1.5. Вот даже вот можете... А, извиняюсь. Ну, короче, вверху было написано 1.5. Там явно заметили. Теперь, короче, вот можно Car Scanner. Ну, в принципе, ошибки мы сегодня вот скинули. Было две ошибки как раз вот на трассе. Они выявились. Я уже понял, что за ошибки. Там ничего такого критичного нету. Вот там датчик детонации, его можно заметить. И, в принципе... Всего можно нажать подключить. Как раз сейчас будет опять определять. Все эти вот проверочки сейчас просканируют. Ну и вот, в принципе, тут все можно это. Забыл, это же в реальном времени, да? Да, вроде. Ну да, вот как раз обороты показывают. Ну вот 700 как бы оборотов. А опять же, вот датчик детонации, да, но. Он гонит периодически, получается. Как раз вот с холостыми оборотами и это вот связано бывает. Ну, то есть вот отзыв как раз идет.
хороший. Ну, в принципе, понятно, что это все как бы программно, вот, с рывками, но, тем не менее, нормально. Вот, температуру охлаждающей жидкости как раз можно, у меня вот стрелка немножко подгоняет, да, тут можно ее более точно посмотреть. Вот, то есть, как раз вот термостат недавно заменил, прям очень даже хорошо все получается теперь. Ну, ошибки тут. Ну, это уже скидывал, в принципе. Ну, короче говоря, тут можно долго сейчас все эти тесты смотреть, да, все это обсуждать. Как раз вот хотелось бы сказать то, что попалась версия 1.5, то есть удачно довольно попалась. Потому что вот на Алике заказываешь, бывает попадается версия 2, по-моему, 1. Вот. И как раз таки, ну, короче говоря, там плата, она, не знаю, как правильно сказать. В общем, мало машин, короче, отображает. И это совсем другая плата, на самом деле. Это более укороченная версия. То есть там совсем другие дела абсолютно. Может абсолютно не просканировать машину. Так что мы проверили, да, получается, все рабочее, 1.5 версия, все бьется в реальном времени. Поэтому ссылку я оставлю в описании, то есть тут на самом деле я не могу 100% гарантировать, что вы закажете, у вас будет 1.5. Но по факту сейчас вы увидели то, что действительно 1.5. Ну, обманывать нет смысла нету. Поэтому, кому понравилось видео, да, все сами знаете, ставьте лайки, подписывайтесь. Если будут какие-то вопросы, да, пишите комментарии. Всем пока.